Civilization is a vulnerable thing, a whim of circumstance. At any time, the smallest flap of a butterfly's wings may set catastrophe in motion. Haran, an entire city wiped from the map. Those left behind there did not stand a chance. The world's greatest minds came together and found a vaccine against the Haran virus. Finally, mankind had prevailed against the disease. But people always want more. Despite a promise to shutter its labs, the GRE continued its research in secrecy for military purposes. It didn't take long for a variant of THV to escape into the world once more. The fall happened more rapidly than anyone could have predicted. The few who survived now live in small enclaves. The only means of contact between distant human settlements are lone individuals, brave or desperate enough to travel on their own across dangerous wastelands. They are known as pilgrims. Somewhere on the map, one city is still standing. A city isolated from the outside world. A city with special rules. Now, it's the last bastion of humanity. A chance for us to learn from history. And for once, make the right choices. Because every choice you make here shapes the future. Irreversibly.
Ты еще можешь? Раньше было веселее. Раньше ты был моложе. И глупее. Но ты все такой же быстрый. Медленный пилигрим, считай мертвый. Да, знаю. Забирайся, хочу кое-чего показать. Ох, брат, хватку не растерял. Спасибо. Рад тебя видеть, Спайк. Давно не виделись. Давно, но сопли размазывать не будем. Идем, покажу кое-чего. Куда идем? Увидишь. Невероятно. Что именно? Большинство пилигримов не протянет в дороге и 2-3 лет. А ты по свету уже 4 года бродишь и все еще жив. Как и ты. Ага, но я-то охуенный. Точно. Без шуток. Мне б твою энергию. Слышал чего о Джей? После Нового Парижа ничего. Каким путем шел? Через Бэйнс или Гэри? Через Бэйнс. Ну и Берень. Штук 5 ветхих хижин, да такой же забор. Смотри, здесь улей полный мед. Мы же не упустим такую возможность, да? Не в жизнь. Посмотрись, если повезет, сможем найти и ромашку. Испытываешь мое терпение? У тебя получается. Подойдет. Помнишь старую травницу, что довели до деревни? Она то и дело повторяла. Запомни, мед и ромашка – это дары природы. Смешай их, используй. Если повезет, вылечишься. Шустрей, почти пришли.
Ну вот, заходи. Ого. Уютное гнездышко. Черт, заперто. Я попробую открыть, а ты поищи другой вход. Хватай все полезное. Ага. Пусто. Ничего. Вечеринка, но к этому времени ВГМ утратила контроль над вирусом. Здесь ничего. Какого? Эй, ты там как? Да, крысы. Знаешь, пора прощаться. Почему? Я начинаю о тебе беспокоиться. Ты знаешь поговорку? Начинаешь о ком-то беспокоиться? Пора валить. И это называли искусством? Фух.
Who do you voodoo? Хм, что-то знакомое. Нет, голяк. Каким на вкус было вино раньше? Лучший способ отметить конец света. Умерли на своих условиях. Надеюсь, и нам так повезет. Эйден, я гляну, что наверху. А ты осмотри сад. Лады? Лады. Зато они были вместе. Она была классной. Дорогая Мэри, прости, что сбежал. Говорят, если человек превращается, это уже необратимо. Я в это не верю. Я знаю, что ты еще здесь, под всей этой болью. Я иду к тебе. Не хочу больше убегать. Эй, иди сюда, глянь-ка!
Присядь, брат. Для тебя. А, подарок? Скорее, дар небес. Нашел рядом с телом прошлого владельца. Надеюсь, тебе от нее будет больше толку. Держи. Выдохлась. Когда это ты стал таким гурманом? Пей давай. Кто знал, что конец мира может быть тихим? Пока не наступит ночь. Верно. Жаль, Краин этого не видит. Кто? Неважно. Я выследил того парня. Что? Какого? Кончай уже. Ты стал пилигримом, чтобы найти этого уёмка, Вальца. Я нашел, кто с ним знаком. Что? И только сейчас говоришь? Ха, мы пьем пиво. Думал, дойдет, что мы отмечаем. Парнишка из Велидора. Видимо, он что-то знает о Вальце. Велидор? Значит, я близко. У меня есть просьба. Не отнесешь это в Гэри? Тебе по пути. Там не любят пилигримов, но платят хорошо. А где любят пилигримов, Эйден? Нас боятся. Все пытаются выжить любой ценой. Возможно. Но когда надо что-то передать, прорвавшись через орду зараженных, зовут нас. Ладно, но за тобой должок. Да, и не один. А что с тем парнем? Я говорил с ним по рации. Имени он мне не назвал. Похоже, ему есть что скрывать. Видишь антенну на горе? Она поможет с ним связаться. Он будет ждать на рассвете. Частота 140 и 200 мегагерц. Свяжись с ним. Я пойду прямо в город. Все не так просто. Велидор должен был стать одной из зон, обнесенной стенами, чтобы сдержать вирус. План провалился, но город выстоял, как и стены. Парень знает, как попасть внутрь. Свяжись с ним, он все расскажет. Что он хочет взамен? Не сказал. Но сомневаюсь, что он из тех, кто помогает за даром. Не думаю, что такие люди есть. Что? А как же я? Ты старая пиявка, которая заставляет расспрашивать о своей чокнутой подружке. Эй, она не чокнутая. Джейн просто... сорви голова ей. И часто из-за этого попадает в беду. Но ты бы видел ее огромные... Ого! Еще слишком рано для подобных разговоров. Глаза. Я хотел сказать глаза. Огромные. Прекрасные. Цвета стали. Не слышал, чтобы так восхищались серыми глазами. Потому что ты нихера ни о жизни не знаешь, ни о женщинах. Наверное, ты прав. Уверяю. Однажды я найду Джейн. Мы построим дом и будем в нем жить. Я перестану скитаться по свету, как придурок. Выпью за это. А этот Вальц? Кто он? Родня? Нет, точно нет. Зачем ищешь его? Рассказывать собираешься? Да, однажды. Ну ладно, мне пора. И когда я тебя увижу? Еще через 2 года. Кто знает. Береги себя, брат. Надеюсь, найдешь этого Вальца, или как там его. И не забудь, 140 и 200 мегагерц. На рассвете. Тебя ждут. Yeah.
это? Кусаки.
Thank you.
Oh!
Еще чуть-чуть. Уже темно. Пора найти пристанище на ночь. Вряд ли найду что-то получше. Радиостанция должна быть где-то здесь. Кто-то их трогал недавно. Его сдвигали. Ладно, попробуем. Станция. Надо запустить генератор. Не работает. Нужно ее запитать.
хуй. Это что за хрень? Сдох. Thank you.
Поехали. Знаешь, только я вернулся от Турзавы, как заметил, что в банке дыра. И пришлось, блядь, переться снова. Чарли сказал, это укус лисы. Какая лиса? Они вымерли лет 10 назад. Наверное, его кусака тяпнул, вот он и врет. Но его маркер горит зеленым. Ну, он и так уже заражен. Что уж тут. Но все же за ним стоит присматривать. Он мне не доверяет. Все время толкает речи перед зеркалом. Айтеру не стать таким, как командир. Ты Денниса не видел? Нет. Если подумать, я уже пару дней его не видел. А что? Он пошел искать лекарства у старых контейнеров в ВГМ. Я сказал, что там давно все разграбили и что это верная смерть. Если он ушел один, то можно копать ему могилу. Не стать. Побежи они Карла сразу, убийство Лукаса было бы раскрыто. Вся эта история с Лукасом очень херовая, но нельзя вымещать злость на базаре. Причем это один из этих придурков с базара. Ха, я был удивлен. Это Эйден. Прием. Кто-то искал Пилигрима? Прием. Видимо, буду ждать до утра. Хватит. Пора спать. Утром снова попробую. Сейчас? Нет, когда состаримся. Сейчас, Эйди. Нам нужны припасы. Все готово. Так тихо. Где же все? Может, все умерли? Ты дура. Пошли. Живо. Все хорошо. Жди здесь. Ничего хорошего не выйдет. Привел 12-346. Мы должны были отвезти пациента в город. Не волнуйся, нас скоро выпустят. Эйди, мне страшно. Я с тобой. Ты в безопасности. Я знаю. Слушай меня. Даже если нас разлучат, мы всегда сможем найти друг друга. Эйди! Нет, нет!
доктор Вальц. Мы не успеем. Военные вот-вот будут здесь. Стой. Закрой глаза. Огонь! В лаборатории! Надо связаться с тем, о ком говорил Спайк. Ну, воды нет. У Киллиана спрашивал? Хватит нести чушь, достало уже. Я не знаю. Бля, может, его забрали миротворцы? Ну, значит, он или где-то валяется пьяный, или его растерзали альфы. Это Эйден. Я сейчас на частоте 140-200 мегагерц. Прием. Эйден. Да. Я должен был с тобой связаться. Рад, что не передумал. Зачем тебе Вальц, Пилигрим? Чтобы найти кое-кого. Ее зовут Мия. 15 лет назад мы вместе были в больнице и... Я знаю, кого ты ищешь, Эйден. Ты хочешь знать, зачем Вальц ставил на вас все эти опыты? Почему ты сильнее и выносливее других? Я просто хочу найти Мию. Ищу ее, как ушел из лагеря выживших. Можешь мне помочь? Может, и могу. Давай встретимся, Пилигрим. Где и когда? Вход в туннель метро на берегу. В туннеле можно попасть через открытый люк ВГМ. Я буду там. Ты же не делаешь это просто так? Мне нужно уйти из города, но не в одиночку. Отведи меня в Новый Париж, и мы квиты. По дороге я расскажу тебе все, что знаю. Конец связи. Постой! Я должен хотя бы знать, что она жива. Она жива. Я иду к месту встречи. Увидимся. Thank you.
Прием. Это Эйден. Ты меня слышишь? Громко и четко. Значит, ты уже близко. Я переплыл озеро. Значит, ты уже почти у туннелей. Там есть вход. Единственный, который оставила ВГМ, когда закрыла город. Поторопись. Что не так?
Я вхожу в туннели. Эй, слышишь меня? Скоро встретимся. Уже иду. Здесь есть кто-нибудь? О, черт, мне это не нравится.
боже. Тварь меня укусила. Прыгун, в коллекторах полно этих тварей. Скорее выходи на свет. Где Мия? Потом. Нам нужно уходить. Да. Терпи, это пройдет. Держись! Вот ты где. Мы тебя искали. А что с этим? Кажись, подох. У него ничего нет. Пошли. Да нет у меня ключа, клянусь. Я его уничтожил! Своими руками! Босс заставит его разговориться! Следи за ним, Тахир! Я схожу за боссом! Нет, 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 нет!
Не приводите вас! Не надо! Надо сказать, где ключ! Но я же сказал, нет его! Я вернусь вместе с боссом! Спрятал ключ, парень! Не знаю, о чем ты говоришь. Пусти его. Ты хочешь, чтобы мы его отпустили, урод? Тогда заставь нас это сделать. Давай! Кто это был? Нет времени. У меня в кармане. Я оставил тебе кое-что. Что это? Ключ доступа в ЭГМ. Миротворцы, они нашли его. Его нельзя потерять. Ты должен был сказать, что с моей сестрой. Где Мия? Иди в Рыбий глаз. Спроси там девушку по имени Луан. Отдай это ей. С этим и с ее помощью ты узнаешь. Ты все узнаешь. Понял? Береги его. Если Вальцем завладеет, весь город, все умрут. Вальц? Вальц здесь? Да. Они идут. Слышишь, ренегаты? Беги! Пойдем вместе. Возьми это. Пойдем. Какого хуя? А вот и наша заблудшая овечка. Но он не один. Мы это исправим. Прикончить его! Я должен исправить. Получай, сукин сын!
Если думаешь нас зацепить. Я пришел за тобой. Thank you.
больно. Валим отсюда! Кахир, слышишь меня? Ключ у тебя? Это вальц. Нужно бежать. Но он мне и нужен. Идиот, он убьет тебя, если найдет. Дело! Блять, идем к вентиляции. Быстрее, сюда. Ты первый. Что ты делаешь? Вальц не должен получить ключ. Что? Выпусти! Рыбий глаз. Луан, иди. Вот он, предатель! Привет, Дилан. Приветик. Пустите его. Почему ты предал меня? Это не твой ключ, ты не можешь. Где он? Здесь. Но... Это конец. Прости. Становится туманно. Нет. Ты просто умираешь. Еще до падения мой дед разводил лошадей. Красивых, редких пород. Я их очень любил. Однажды его самый любимый жеребец поскользнулся и сломал ногу. Я думал, дедушка ему поможет. Но дед просто вытащил пистолет и вложил мне в руку. Он мне сказал, это для его же блага. И нажал моим пальцем на курок. Я плакал. Я желал смерти своему деду. Но прошли годы, и я понял. Нужно делать то, что должно. Ты не оставил мне выбора, друг мой. Здесь кто-то есть. Вентилятор! Взять его! Блин, больно.
Он шевелится. Хакон, убей его, Хакон, убей его, пока я его не убила. О-о-о, расслабься, дыши. Похоже, не превратился. Похоже? Хакон, я не хочу, чтобы это было здесь. Ты снова с нами. Моргни, если слышишь. Голова. Ты чуть не превратился, но ультрафиолет и ингибиторы помогли. Ну, и бита тоже. Ты жив. Таким и оставайся. Этот парень чуть нас всех не убил, а ты с ним болтаешь? Девочки, спокойно. Они напуганы. Ты чуть не разнес их мастерскую. Нам пора. Можешь идти? Но я не понимаю, куда мы идем? Безопасное место. Мне нужно в рыбий глаз. В рыбий глаз? Без биомаркера туда не попасть. Что это за фигня? Биомаркер следит за развитием болезни в темноте. Это твой билет в город. Без него выйти на свет – это вроде лотереи. Ты не знаешь, когда превратишься. Тебе нужен биомаркер, а я знаю, где его найти. Пойдем. Спокойно, все под контролем. Все будет в порядке. Ты еще слаб. Подожди. Пей. Правда? А что дальше? Может, в ванной его искупать? Звучит неплохо, дамы, но в другой раз. Пошел ты, Хакон. Обожает меня. Почему ты помогаешь? Познакомимся получше и узнаем. Сначала ты. Откуда это у тебя? Не твое дело. А ты осторожный. Молодец, дольше проживешь. Ты настоящий пилигрим? Или украл этот значок? Я был пилигримом. Час до заката. Я не шучу, Хакон. Он не останется здесь на ночь. Вот. Твое оружие и рация. Даже пилигриму это нужно. Давай, пойдем.
А тут мило. Не будь как дома. Нам не нужен еще один жилец, особенно такой, который может ограбить нас во сне. Не все пилигримы преступники. Угу. У вас здесь отличная мастерская. Собираете уфешки, верно? Ага. Тебе здесь не место. Хакон подставляет наши задницы. Ты оглох? Прости. Я тебя напугал, да? Стало полегче, как я тебя ударила. Мы квиты. Я Яна. Эйден, что это за место? Наш дом. Наша мастерская. Можно сказать, весь наш мир. Ты приветливее, чем она. Эй! Полегче. Сара не доверяет никому, кроме меня. А еще я дерусь лучше нее, поэтому могу позволить себе быть более открытой. Я могла бы предложить тебе чай, но не буду. Ты понимаешь, куда я клоню? Или мне повторить? Беглаз. Закусочная там, в центре, за свалкой химотходов. А, мне нужно туда. Жаль, единственная дорога туда через туннель. Они охраняют ее как портал в ебучую Вальгаллу. Пройти почти невозможно. В этом я профи. Где туннель? Не так быстро, ковбой. Без биомаркера далеко не уйдешь. Ты угроза для всех. А ты уже видел, как жители Велидора реагируют на угрозы. Ты можешь мне помочь? Похоже, ты хорошо знаешь город. Я жил в этом городе еще до всего этого пиздеца. Я могу помочь. Но тебе нужен биомаркер. Без него тебе крышка. Откуда ты? Похоже, издалека. 2000 километров отсюда. Ничего себе! Как тебе удалось не заразиться? Легко. Не давал им себя укусить. Здесь все по-другому. Тут все зараженные. Слышал о Харане? Велидор тоже изолировали. Они построили стены, заперли нас внутри. Оказалось, это нас и спасло. А как ты достанешь биомаркер? Просто так их не достать. Если не знать нужных людей, а я их знаю. Пойдем. Да, кстати, я Хакон. Эйден. Приятно познакомиться, Эйден. Добро пожаловать в рай. Сюда! А ты хорошо двигаешься. Я был в армии. Спецназ? 7 лет. Мне даже нравилось. Потом перестало. За неподчинение меня занесли в черный список и закрыли мой счет. Я стал таксистом.
Ой, как низко ты пал. Пошел ты, зато я хорошо знаю город. Давай. Ты слишком слаб. Без ингибитора тебе конец. Разве в прошлый раз я не разнес все, что попалось мне на глаза? Так бывает в первый раз. Но потом уже лучше, если, конечно, выживешь. Лови! Хочешь сказать, я мог умереть? Если бы я не дал его тебе, ты бы и умер. Итак, почему ты мне помогаешь? Я знаю, что обычные люди боятся вас, но один пилигрим спас мне жизнь. Я был пилигримом, теперь я заражен. Путешествовать будет сложнее. Тогда добро пожаловать в новую жизнь, друг. Осмотри это место. Почти сундуки с сокровищами. Там бывают хорошие вещи. Проверь, я подожду. В таких местах люди многое прячут, если не успевают донести до убежища засветло. Что это? Кристаллы. Наверное, кто-то их здесь спрятал. Они образовались после того, как нас залили химикатами. Говорят, они замедляют заражение. Кто-то верит. Так ты их не собираешь? Конечно, собираю. Суеверные люди платят за них хорошие деньги, а я всегда рад заработать. Меня интересует один особый ящик. Пойдем, покажу тебе. С армией есть. Это миротворцы. Они с людьми также. Осторожнее с ними. Они охраняют туннель, который тебе нужен. По пути сюда я встречал крутых парней, которые говорили о новом порядке. Но, кажется, я уже слышал о таком дерьме. Да, здесь то же самое. И миротворца становится все хуже. Расскажи о них. Они считают себя защитниками порядка. Но они неплохо убивают зараженных, нужно это признать. Весьма эффективные убийцы. Ага, но их порядок имеет свою цену. Не забывай, или ты играешь по их правилам, или тебе конец. Их защита базара больше тянет на оккупацию. Я буду очень осторожен. Хорошо. Хотя это как повезет. Миротворцы — это проблема. Они уже достали жителей базара. А базар — это бочка с порохом, которому хватит и искры. Эй, так мы идем? Ты хотел мне что-то показать? Да, за мной.
Надеюсь, все обойдется без сюрпризов. Темнеет. Вот-вот проснутся. Быстрее, открывай ящик. За это мы получим биомаркер. Блять. Воры. Постой. Нет, нет, оставь. Сломаешь замок и только все испортишь. Тут хватит на биомаркер. Откуда у тебя это? Я тут почти везде побывал, но давным-давно не видел работающего оборудования ВГМ. Я кое-кого ищу, кое-кого важного. Эта штука поможет мне найти его. Но где ты его взял? Лучше тебе не знать. Поверь мне. Как скажешь. Блять, опоздали. План Б. Бежим. Эйден, ты здесь? Я в порядке, в порядке. Нам нужен ультрафиолет. На базар. У нас получится. Со мной, быстро. Не близко. Быстрее! Сюда! К свету! Ты слышишь? Мы почти на месте. Еще немного. Хакон... Давай, открывайся! Хакон, Крикун близко. Биомаркеры. Нет времени, за нами гонится Крикун. Биомаркеры. Ты оглох, за нами... Я сказал биомаркеры. Вот. А его? Он со мной. Пусть покажет биомаркер. Сначала хотя бы впусти Пусть нас. Пусть покажет свой биомаркер. Как насчет электроники? Нет, друзья, да? Киллиан, отвлеки их! Киллиан! Киллиан, блядь, открывай! Киллиан! Чтоб ты утром споткнулся, а мой труп и сдох! Засранец! Задержи их! Черт их до хрена! Дерись, как я!
справились. Сомневаюсь, что это все. Беда не приходит одна. Нам нужно внутрь. Я пытаюсь. Вперед! Я знаю, что ты там. Это последнее. Думаю, да. Помоги мне. Ну давай, помоги мне. Пиздец. О, черт, Киллиан! Ты бы еще подождал! Я бы так и сделал, но не хотелось утром отскребать твои кишки с порога. Они ушли, и ты иди. Ладно, хватит быть таким засранцем. Ты посмотри! Где-то это редкость. Или пусти нас, или это будет еще больше редкостью. А это кто? Если впустишь нас, узнаешь. Дыхание поверхностное, зрачки расширены, потеют. Ты пришел сюда, почти обратившись? Это видно даже без биомаркера. Если ты такой умный, почему бы не помочь мне, а? К тому же у меня нет биомаркера. Раньше мы помогали людям, Киллиан. Я Пилигрим. Ты здесь недавно, верно? Как ты проник в город? Я тебе все расскажу, только впусти нас. Однажды я ждал Пилигрима. Он должен был... Ладно, забудь, это не важно. Что ты задумал, Хакон, а? Я дал ему ингибитор, он выжил. Спятил? Ему нужен биомаркер. У меня нет. Врешь. Правда. Сукин сын. Значит, госпиталь. Надеялся этого избежать. Всегда ищешь путь полегче, да, Хакон? Мне нужна лишь уфешка. Я сейчас, подожди. Хакон, почему ты ему помогаешь? Помнишь, как мы помогали людям? Я? Конечно. А вот ты вряд ли. Давай, передохни под лампой. И не слушай этого кретина. Идиот. Помнишь, как мы помогали людям? Конечно, помню, засранец. Сраный таксист и мать Тереза в одном лице. Ты же умел готовить. Все говорили, что тебе надо заняться готовкой. Жить было бы проще. Никаких ночных бегунов, оконов и никаких проблем. Но нет, тебе захотелось чего-то еще. Высшей цели, мать ее розеток. А ты мог бы просто готовить. Биомаркеры. Почему их так трудно достать? Потому что это сложные устройства. Фабрики, где их выпускали, закрыты уже многие годы. Биомаркеры привязаны к крови. После привязки их уже нельзя отвязать. Без них заражение протекает бесконтрольно. Как у тебя.
Вот почему люди готовы что угодно отдать за новый. Все деньги и кристаллы, что у них есть. К счастью, мы с Хаконом нашли место, где их еще можно делать. А что не так с этим ингибитором? Обычно люди от него умирают. Сильное средство. Многие не выдерживают. Ну, я выжил. Я сказал большинство. Так что не волнуйся, только будь с ним осторожен. Ты и Хакон, вы давно знакомы? Даже слишком. Он сказал, вы помогали людям? Мы вместе служили в спец... неважно. Это было очень давно. Где мне прилечь? Значит, ты только что попал в город. Что привело тебя сюда? Здесь не земля обетованная. Совсем. Мне нужно в рыбий глаз. И Хакон помогает тебе с этим? Вроде ты хороший парень, но... послушай мой совет. Не сори доверием, как конфетти. Черт, откуда ты знаешь, что мне можно верить? Ладно, хватит болтать. Ложись спать. До утра все равно ничего не сделать. Очень смешно. У тебя получилось? Почти. Биомаркеры в госпитале ВГМ. Я скоро туда доберусь, но ты тоже мне там нужен. Скажи, куда идти? Встань спиной к двери Киллиана и иди прямо, не сворачивая. Держись, крыш, чтобы тебя не заметили крикуны. Знаю. Не хотелось бы с ними встречаться. Как-то я вез туда свою вторую жену. Ни разу в жизни не гнал так быстро. Воды отошли на 3 месяца раньше. У тебя есть дети?
Того спасти не удалось. А других я не знаю. Прости. Все в порядке. Кому захочется, чтобы его дети жили в таком мире?